Красногорск для меня – это прежде всего город, где я родился, где я вырос, учился и потом работал почти 50 лет на заводе. Смирнов Борис Иванович, почетный гражданин Красногорска с 2013 года. Он был и остается завод номер один для меня, где я провел черт-то сколько лет. Работы было много, и все время меня окружали хорошие, порядочные, умные, добрые люди. И рабочие, и руководители, и инженеры, технологи, специалисты, у которых, которые мне отдавали по крупицам свои знания, опыт, душу. Ну что, детство все прошло здесь. Это очень люблю спорт. Жил на брусчатом парковый один вот этот, напротив. Ну сейчас там дома, а был стадион на кочках так называемый. Там все время проводили, пинали мяч. Босоногое, я помню, детство, белобрысы. Котельная, на плотину, чтобы научились ходить уже. Ну, родители что, на заводе. А я куда с ребятами, на плотину. Она родная,